360 без преувеличения. 4 дня фестиваль, 360 готовимся. И с каждым годом мы увеличиваем масштаб, мы увеличиваем количество артистов, количество площадок. Мы увеличиваем все. Вплоть до, я не знаю, до, даже вот для... Парк-бульвар – это что? Там все. Там все. Вот вопрос как раз с Каролиной у меня есть. Каролина, уже четвертый раз, правильно, я не ошибаюсь, 4 года подряд. То есть без вас уже фестиваль просто... Мне кажется, я не знаю, как Анечка, я думаю, на нее большая очередь. Я из всех женщин на таком никогда не стояла, поэтому я совершенно спокойно к этому отношусь и рассчитываю, что мое сердце будет занято музыкой, и в гробу я видала все замужества. Вот так! Так, еще есть вопросы? Занимайте какую-то... Я всегда был вторым. И меня это устраивало. Потому что первым как я, а я стал. Сергей Игорь. Филипп, привет. Кис-кис мяу. Филипп, собачка говорит? Не говорит, молчи. Вот, поэтому сегодня... Вот, ты погуляй, реально там, на покупали эти лампу. Какую лампу вы купили? Лампу, как-то волшебную лампу. Загадали желание? Загадали желание. А какое желание? Скажите. Пожалуйста, сейчас взгляд, Оля. Направо, чтобы шлейф был виден. Чуть-чуть на нас, пожалуйста. О, шикарно. Вообще, ребята, отлично. Просто. Можно вас сюда? Ольга, идите к нам скорее. Ольга, А что такое? Я выхожу уже на красную ковровую дорожку, так что встречайте меня.
Ну что, закончилась дорожка. Всем интервью раздала, сходила на эфир Авторадио, на эфир «Любимой жары». И вот сейчас есть время насладиться концертом. Такой вот у меня образ, номер. Запуталась? Раз, два, три, четыре. Спонсор показа «Длинные ноги». Спасибо родителям. Анечка, я не могу расслабиться, не могу ни выпить, ни поесть. У меня еще выступление на водице. А там знаете, какой бассейн скользкий? Поэтому вот сижу вот так. Надо здесь готовиться. Вот так, вот так. Надо вот так подготовиться. Снимайте меня. Жара в Баку продолжается. Только что буквально 20 минут закончился концерт. Был потрясающий салют. Я его слышала. Если что, можете посмотреть его в сторис Обо Антонов. Ну что, пока. Вот у него. Ну что, пока меня сушили, сушили мне волосы после водицы. Я пропустила салют, но я его слышала. И сейчас мы едем. Ну, у нас продолжается, как вы поняли, мероприятие, потому что сегодня открытие фестиваля «Жара в Баку». Мы едем к Эмину домой на автопартии. И сегодня будет там мое выступление еще одно. Чуть позже покажу вам свой шестой. Правда что? Как тогда главная женщина страны приехала к тебе на мероприятие, боже вот мой. Вот так нас встречает, как, кто ты? Я директор группы издания «Космополитен». Вот. Нога Нагидзе. Да-да-да, так болит. Болидзе. Накормишь нас? Конечно. Мы не ели вообще. Я 7 утра последний раз поел, и я не очень доволен. Я только ела черную икру. О, ведь интересуюсь очень сильно этим всем. Все, пойдем? Пойдем. Thank you.
всему, кто-то нет. Давайте поднимем бокалы и выпьем за то, что первый автопати. Я пью водицу. Что первый день в Баку прошел, давайте все вместе поднимем, выпьем, чокнемся. Ой, наконец-то этот разумный день подходит к концу. Шикарный вечер. Люля-кебаб, курочка. Для нас поет Имин. И моя первая еда за сегодняшний день. Просто невозможно уехать. Спасибо большое за такой шикарный праздник, автопати. Сейчас 5 часов утра, как раз я приду в гостиницу и буду вместе с вами встречать рассвет. Смою макияж, нанесу, конечно же, масочку и выставлю все сторис с автопати. Спасибо Эмину, спасибо Жаре, спасибо любимому Космополитен за такую любовь, за цветы, за поддержку. Я вас люблю. Я просто спала сегодня 2 часа, и так хотелось отдохнуть и повеселиться, но просто понимаю, что сил больше нет. И всю свою любовь, всю свою энергию я отдала вам сегодня, Баку. Пожалуйста. Ты видела это? Ты видела это? Ты видела это? Я только что чихнула. Мне все сказали «будь здорова», а потом я просто обратила внимание на то, что я чихнула. У меня просто вот пуговицы две отлетели. И водитель такой: «Ни хрена себе!» Вы понимаете, это что люля-кебаб делает? Вот, посмотрите, нет пуговиц. Надо их найти, мы их пришьем. Ну, еще где-нибудь туда-нибудь шортики наденем. Блин, они вообще просто... Прикольно. Хорошо, что мы уехали, потому что сейчас бы все по швам пошло. Прикольно.
возможность наконец-таки мне увидеть моих коллег, друзей, с которыми просто у меня не получается встречаться. Я хочу сказать огромное спасибо Эмину и всей его команде за такой праздник, который он для нас устраивает уже 4-й год. Что не будет никаких балетов, мне запретили его с собой вести, сказали, верблюдов нельзя. Вертолет сюда, тут нет пока вертолетной площадки. Поэтому я рассчитываю на вашу, конечно же, поддержку, потому что это просто домашняя вечеринка у Эмина дома. Ура! Поэтому все встаем и веселимся, потому что сегодня самая жаркая ночь. Давайте сделаем так, чтобы вы все ее запомнили. Что может делать Ольга Бузова, когда приехала домой? Конечно же, встречать рассвет и нанести масочку. Лично нужна с молодой не только честь, но и красота. Да, хорош, у меня уже становится доброй традицией вместе с вами встречать рассвет. Это сказка, просто сказка моя, сказка моей жизни, что у меня есть возможность просто так проживать мою жизнь, выступать на таких масштабных просто фестивалях. И перед сном наслаждаться такой вот красотой нашей природы.